Привет, друзья! Многие из нас сталкиваются с такой проблемой, что в мастерской собирается огромное количество обрезков различного рода, кусочков и так далее, и так далее. Вот у меня были поленца пихты, из которых я нарезал кружочки и приклеил на фанерку. Вот на видео я демонстрирую, что у меня получилось вот из таких вот кусочков, обрезков и так далее. И я их пропускаю через барабанно-шлифовальный станок. Чтобы вы не пугались и как бы народ не смущать, этот станок у меня был приобретен для изготовления торцовочных досок, но в этом видео решил показать, каким образом он шлифует. Это все можно избежать, он по факту этот станок и не нужен для таких целей, но очень хорошее качество шлифовки. Если вы занимаетесь профессионально, я думаю, что вам подобный станок пригодится. Получив и отшлифовав фанерку вот с этими кусочками пихты, нужно очистить ее от пыли, от грязи и так далее. Потом я думал, что же с ней сделать такого интересного, чтобы оно могло где-то сочетаться в интерьере, еще что-то. Для начала нужно вырезать из нее правильную окружность. Для этого я использую самодельный фрезерный циркуль, который изготавливал совершенно недавно. В одних из прошлых видео вы можете найти способ изготовления его. Фишка моего циркуля, в отличие от всех остальных других, которых огромнейшее количество изобилия в интернете, в том, что он не требует центрирующего отверстия, то есть нет необходимости портить заготовку сверлением отверстия, чтобы закрепить этот циркуль на заготовке. Я использую, значит, шайбу, двусторонний скотч. Это все прекрасно держится, прекрасно вращается. После этого все это отлично отдирается, не повреждая абсолютно заготовку никоим образом. Кстати, для того, чтобы сделать ровные круглые заготовки из мебельных щитов, либо из вот таких вот заготовок, как бы я все-таки рекомендую и рекомендовал бы вам пользоваться только фрезером, потому что ни один лобзик, ни одна циркулярная, ленточная и так далее пила не справится с этой задачей так хорошо, как это сделает ручной фрезер. После того, как я вырезал заготовку и сделал ее абсолютно ровненькой, кругленькой, хорошенькой, нужно очистить ее, отшлифовать от сколов и подобного рода чепухи. Среди обрезков я обнаружил дощечки груши, которые у меня остались после генеральной уборки в саду, потому что у нас груша пересохла у родителей. Поэтому ее отрезали и напилили вот такие вот доски шикарные. Кстати, груша, обработанная маслом, древесина груши, выглядит просто бомбезно, шикарно, вообще супер. И вот две такие полочки я приготовил, они отфугованы и отрисмусованы. Но не стал я это снимать, потому что ряд моих подписчиков выражает глубочайшее недовольство тем, что я использую профессиональные станки. Хотя профессиональных станков у меня, кроме барабанно-шлифовального, нет. Все остальное — это бытовые станки. Ну, я объективно вам скажу. Значит, я эти полочки разметил на моей кругленькой заготовочке. Просверлил отверстие. Закрепил все это суперклеем. Кстати, клей такой вот «Контакт» использую. Хорошая штука, мне что-то понравилось, я как-то купил их несколько штук, несколько тюбиков, и до сих пор пользуюсь вообще отлично. То есть он без фиксатора, то есть я раньше покупал клей с фиксатором, вот это спреем, сейчас обхожусь без этого, отлично держит все такое. Сзади я прикручиваю саморезы, для того, чтобы полочки держались и не отвалились. Никакой клей толком держать не будет без самореза, саморез рулит. В нижней полочке нужно было высверлить отверстие для крючочков. Для чего эти крючочки, будет понятно в конце видео. У меня не оказалось латунных, красивых, серебряных, позолоченных и так далее крючочки. Я взял обычные крючки и накрутил их внизу вот этой полочки. Кстати, я подчеркиваю, вот это все на самом деле из хлама делается. У меня это все валяется туда-сюда. И вот когда возникает вопрос, либо на дрова пустить, либо что-то из этого сделать. И вот такие вот идеи иногда нет-нет выстреливают. Вот понравится вам, не понравится эта идея, это уже как бы вам судить. Но я хотел бы, чтобы вы свое мнение написали.
В итоге, что я сделал? Я сделал прикольную ключницу, которую можно повесить в деревянном доме возле входа, в прихожей и так далее. На полочке можно разместить, даже сотовый телефон поставить, либо еще что-то. А на крючочке, значит, ключики повесить. Сейчас я ее повешу для, скажем так, образца. Как образец, то есть не как образец. Продемонстрирую, как она будет смотреться на стене. А дальше я кому-нибудь ее подарю, обязательно найдется желающий. Либо, может быть, продам там. За чисто символическую сумму. То есть, трудозатрат вообще практически никаких нет, а получаем такой прикольный декор, у которого вообще, то есть, ну, неповторимый классный декор. Ребят, если видео понравилось, вам такие нравятся видео, идеи и так далее, подписывайтесь на мой канал, я обязательно буду публиковать их почаще. Максимально интересно, максимально подробно. Жду от вас комментариев. Спасибо за просмотр. Пока.